Вот я просто выражаю огромные, огромные слова благодарности Екатерине, поскольку вообще прошлый год мне подарил удивительных моих двух творческих союзниц. Это Екатерину Рябинину и Галину Колесникову. Март арт-проект. Удивительная вещь. Я обрел еще одно удивительное творческое пристанище. И вот сейчас в радость той жизни, что мы живем, прозвучит «Чардаш» Александра Царна, 1900-е годы, друзья мои. Уже фактически больше 115 лет этому произведению.